Папа? Почему? 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 Разочарование. И не позволь никому причинить тебе боль. Обман. Страх. Съешь эту пилюлю, ты станешь более сильным, чем сейчас. Ты ни на что не годен. Бессилие. Ты больше не нужен мне. Этого недостаточно, это еще не конец. Осталось еще двое, я бы никогда не заполучил их. Но есть одна. Только одна, кто закончит. Что здесь происходит? Эти следы когтей капитана. Он пытался уничтожить дверь, ведь преступники находятся за ней. Но она защищена магическим щитом, чтобы избежать ее разрушения. Капитан? Может, вам следует немного отдохнуть? Вы делаете это день за днем, в течение целого месяца? Вы должны сосредоточиться на подготовке новобранцев, так что... Капитан, пожалуйста. Хорошо, давайте закончим. А? Они нашли кого-то? Это преступница. Ты иди вперед. Я догоню вас позже. Да, капитан. Остолоп, следуй за мной. Да. Я знаю, что ты там, брат. Ты слышал все это, не так ли? Ты думаешь, что сможешь жить счастливо, игнорируя реальность? Нет. Нет счастья в руинах. Ты скоро это увидишь, и в один прекрасный день, когда ты будешь слаб, я поймаю тебя. Уже прошел целый месяц с того, как я стал скрываться в руинах. И Папайрус. Он тренировался изо всех сил, чтобы поймать меня, пытаясь сломать дверь в руины. Я не хочу, чтобы он сделал это, я имею в виду. Не так. Используя решимость, он хочет пройти сюда. Это наносит повреждение его ОЗ, удар за ударом, день за днем на протяжении месяца. Почему он делает это? Почему это должно быть разрушено? Поймать ее, Дельта! Черт! Почему сейчас? Будьте вы прокляты! Я должна спрятаться где-нибудь подальше от главной дороги. А? Внезапная атака? Жалкая. Она убегает! Поймайте ее, Дельта! Следуйте по ее кровавым следам! Она все еще на ходу! Не волнуйся! Каждые минуты она будет становиться все медленнее. Что? Что вы с ней сделали? Яд. Он резко уменьшит ее ОЗ. Хе, здорово, однако. А вы довольно хороши, капитан. Дрянь, 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 дрянь! Эта боль так сильна! Усталость. Нет, я должна продолжать. Точно, руины. Санс должен быть там. Санс! Санс, открой дверь, пожалуйста! Она здесь, поймайте ее! Санс, мне нужна помощь! Дельта приближаются! Они поймают меня, если ты не... Открой! О боже, он убил его! Он не только предатель, но еще и убийца! Санс... Нам нужно доложить обо всем капитану. А что насчет тех преступников? Оставим их на капитана, он знает, что делать. Андайн... Я убил кого-то. Я правда не знал, что мне делать. Сан...
Андайн! О боже, на твои раны смотреть страшно. Тариэль! Пожалуйста, спустись вниз быстрее, мне нужна помощь. Она без сознания из-за яда, который распространяется по всему ее телу. Похоже, он исходит из раны на ее плече. Очень интересно. Что это за беспощадный монстр? Следы когтей на ней очень глубокие. Это ведь сделал тот монстр, который атаковал тебя в прошлом месяце? Да, это был он. Если любой человек упадет сюда, я позабочусь о том, чтобы он никогда не прошел через эту дверь. Я попытаюсь уничтожить дверь, чтобы человек не смог уйти. Пожалуйста, присмотри за ней, Ганс. Я схожу к поляне золотых цветов. Увидимся через час. Хорошо, я сделаю работу по дому. Приветик! Боже, черт возьми! Ты кусок мусора, можешь не упрыгивать в доме? Ох, мои извинения, хе-хе-хе. Не хочу отвлекать тебя от твоих тупых дел, но прошло много времени после нашего последнего разговора. Чего ты от меня хочешь? Да, просто хотел узнать, как ты поживаешь. Тсс, тебе не нужно знать. Похоже, предатель вернулся на твою сторону. Что ты думаешь насчет нее, а? Я рад, что она жива. Идиот, неужели ты не зол на нее? Брошенный. Медленно умирать в тумане, пока твое ОЗЭ не опустилось до 1/10. Заткнись и уходи, если хочешь остаться целым. Хорошо, я скоро уйду. Ох, кажется, ты кое о чем забыл. Забыл о чем? О проекте, конечно же. Подожди, что? Ох, ты знаешь проект, в котором ты был добровольцем. И он все еще продолжается. Хе-хе-хе. Хей! Я сваливаю. Ты маленький кусок дерьма. Я упустил его. Он все еще продолжается? Черт, Гастера ведь уже нет. Я не могу до сих пор быть его подопытным. Я слишком много думаю об этом. Каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу себя терзаемого им. Мне было страшно. Слишком страшно, чтобы думать о себе. Почему я согласился стать добровольцем? Почему я согласился на это? Я такой наивный ребенок. Я должен был узнать его лучше. Эй, пап, я принес твои любимые булочки с корицей. А, наконец-то! Давай съедим их вместе, Санс! Добрый вечер, мальчики. Чем вы тут занимаетесь? Добро пожаловать домой, пап! Санс купил нам булочки с корицей. Здесь осталось немного для тебя, пап. Спасибо, я съем их позже. О, и Санс, после ужина, пожалуйста. Каждый день после того, как папарь ложился спать, я должен был приходить в его лабораторию на небольшую тренировку. И каждую неделю мне приходилось дегустировать пилюли решительности. Но было не так больно, как первый раз, когда я принял это. Я думал, это нормально, потому что мой организм привык. Когда я появился другой человек и был убит, он создал новую пилюлю решительности. Это та же пилюля, но с другой силой души. Это произошло после. И когда я ел пилюлю, эффект, отражаемый на моем теле, становится все хуже. Боль была гораздо ужаснее, чем в первый раз. Это было словно... Мое тело хотело взрываться и взрывать одновременно. Было больно. Я чувствовал себя, словно легче было умереть. Но я отказывался. Но я отказался. Я отказался. Ганс? Ганс? Ганс! Ганс, вернись в нормальное состояние! Довольно, Санс.
Очнись, идиот! Это не ночной кошмар, это все реальность. Ты же сейчас убьешь ее. Ну же, очнись! Нет! Не снова! Прости, Ториэль! Мне так жаль! Ганс, постой! Послеобеденная тренировка? Серьезно? Ты действительно собираешься оставить ее? Не по-джентльменски. Куда ты бежишь? Здесь нет пути к выходу. Заткнись, я в печали! Здорово на меня наорали. Боже, балбес! Ты бежишь по неправильному пути! Хватит! Это была хорошая тренировка, не думаешь? Если бы я мог дотронуться до тебя, то убил бы сразу же. О, я так напуган. Ты не сможешь убить меня, ведь... Я — это ты, мой мальчик. Какой абсурд! Ты не можешь просто оставить меня в покое. С чего вдруг? Дай мне немного проклятого времени, блин! Что бы произошло, если бы меня там не было, приятель? Ты бы убил ее. Я ничего не контролирую, приятель. Так что, тук-тук, расслабься немного. Ок, я признаю это. И что же ты принимаешь? Я вспоминал прошлое. То темное, мерзкое прошлое. А, замечательно, однако. Ты не сможешь заснуть этой ночью. Что? Даже если ты и попытаешься уснуть. Знаешь ли, это опасно, когда скелет с трудом задремал. И кто-то может поступить по-варварски, разбудив его. Что это за звук? Похоже, у нас гости. Человеческий ребенок? Давай, устрой этому ребенку небольшую лекцию. Эй, мелочь! А? Посмотри, что ты наделал. Все конфеты упали на пол. Какое свинство. О, мне жаль насчет конфет. Я соберу их в миску и поставлю назад и... Нет нужды. Хорошо, что на них есть обертка. Было бы печально, если бы кому-то потребовались эти конфеты для восстановления здоровья. Тем не менее, я Ганс. Скелет Ганс. Как тебя зовут, малой? Фриск. Как долго ты находишься здесь? Я не знаю, сколько я тут нахожусь. Ториэль сказала мне оставаться здесь. Что я и делаю. Ториэль? Угу. Она сказала, что скоро вернется. Пока я жду ее возвращения. Я поражаюсь этому месту. Очень весело встречать таких дружелюбных монстров. Монстры здесь очень дружелюбны, Фриск. Ладно, поскольку Ториэль задерживается, я провожу тебя к ее дому. А, здорово! О, прости. Нет, это мне следует извиниться. Вот. Я не очень-то мягок к людям. Но это ради твоей безопасности. Ты был обязан держать его за руку. Это все из-за инцидента с прошлым ребенком, которого ты пытался спасти. Ты можешь поговорить со мной о своих проблемах. Я слушаю. Нет, это не так. Это то, о чем ты не знаешь. Я не могу рассказать тебе этого. Слишком больно вспоминать. Ха, понятно. Мы пришли. Ну же, Фриск. Постучи в дверь. Что насчет тебя, Ганс? У меня есть дела поважнее, малой. Так что увидимся позже. Привет. Привет. Ториэль. Фриск. О, мое дорогое дитя. Я забыла о тебе. Мне очень жаль. Ты в порядке? Ты не ранена? Со мной все хорошо, Ториэль. Ганс проводил меня. Ганс? Где он? Он ушел. Как он? Он в порядке, но почему-то занервничал, когда начал со мной общаться. Он сказал, что у него есть дела, поважнее, после чего ушел. Не волнуйся о нем, он занят. Пойдем, я покажу тебе кое-что.
Я совершал одну и ту же костяную атаку снова и снова. Это похоже на четвертый раз, но этот один я пропустил. Я рад, что ты есть, ведь если бы тебя не было, Тарель могла бы погибнуть. Всегда пожалуйста. Так что ты собираешься делать с этим человеком? Ничего, я просто буду наблюдать и позволю ему заниматься своими делами. Это же так скучно! Знаешь, дружище, я чувствую себя некомфортно, находясь в этом месте. Может, пойдем в другое место? Здесь жутко. Зачем? Это хорошее место для разговора с тобой наедине. Никто не сможет увидеть меня и принять сумасшедшего. Ты прав. Но это место все еще беспокоит меня. Как такое место, как это, может беспокоить тебя, Мел? Просто взгляни на этот вид. Здесь больше не живет ни один монстр. Это тишина и пустота. Я ненавижу это! Я знаю, что это место темное, тенистое. Так же оно выглядит необитаемым. Темнота и одиночество — это твои слабости? Черт возьми, Санс! Мел?